От 50 до 100 килограммов клубники в год с мини-фермы площадью в 6 квадратных метров собирает семья Петренко на Киевщине. На их производстве урожай дает плоды с ранней весны почти до морозов. Инновационной фермой можно руководить с любой точки планеты, а выращивать ягоды даже в офисе. Чудо производства видела Ярослава Горбик. Здесь в воздухе клубника не только сладко пахнет, но и растет. На высоте метра над землей в специальных емкостях сейчас дозревает второй за сезон урожай. Вот ягода цветет, есть уже плодоносит, следующий цветонос цветет. И таким образом она с периодичностью будет цвести и плодоносит до поздней осени. Так как это ремонтантные сорта, высажены они в торфовую смесь. Владимир сам разработал эту металлоконструкцию. На участке она занимает 6 квадратных метров, вмещает больше 100 кустов ягоды. Если высадить такое же количество на земле, потребуется в 3 раза больше места. Полив при таком выращивании должен происходить малыми дозами, чтобы не заливать горшки или маты. Когда мы это все начали, у нас было 6 линий. И каждые эти 6 линий надо было поливать 8-10 раз в день малыми дозами по несколько секунд. Так возникла идея автоматизировать процесс полива и удобрения клубники. Этим теперь занимается узел фертигации или робот для теплиц. Так его называет сын Владимира, программист Алексей. Узел фертигации – это установка, которая подает воду к растениям, смешивая ее с удобрениями. То есть смешанное удобрение с водой сразу же идут на полив. И все это делается в автоматическом режиме. Эту установку разработал мой отец. Это наша украинская разработка. Она полностью автономна. Она сама в нужных пропорциях смешивает удобрения и подает их уже к клубнике. Алексей с командой программистов усовершенствовал эту разработку отца. Их новая система позволяет управлять процессами дозревания урожая удаленно. Регулировать и контролировать полив техника способна сама. Плюс дополняем такую систему. Есть у нас сейчас уже прототипы радиодатчиков, которые размещаются по теплице в любой точке. К ним не надо тянуть провода. И все это собирается через узел фертигации, через дополнительный роутер. Информация передается на клауд в интернет. А это контроллер для управления мини-фермой. Он сам поливает и следит за состоянием растения. Всю эту информацию передает на смартфон. Также может включать стрим, и за урожаем можно присматривать с другой точки планеты. Удаленно со смартфона вы можете устанавливать нужный вам профиль полива, время полива, качество удобрений. Также удаленно вы можете вручную запускать полив. Есть несколько защит, которые от перелива, есть защита от интенсивности солнечного излучения. Не только присматривать, но и посадить клубнику можно, не выходя из дома, в любое время года. В этом уже убедилась семья Петренко. В лютые морозы они собрали ничем не хуже урожай прямо у себя в офисе. Ну а пока сезон позволяет это делать под открытым небом, Владимир пробует первые плоды своего урожая, который до осени принесет почти 60 килограммов клубники. Очень сладко. Сладкое и вкусное. Ярослава Гурбик, Максим Кондратенко, ЮАТВ.